Практику сукшмавья яма можно использовать как разминочный комплекс перед выполнением основных асан-йоги. На вдохе поднимаем руки наверх, небольшой прогиб в грудном отделе. Выдох, опускаем руки вниз, ладони смотрят назад. Каждое упражнение мы выполняем 8-10 повторений. Вдох, вверх, прогиб, выдох, руки вниз. Разводим руки в стороны, вдох, снова грудной прогиб, выдох, соединяем пальцы рук и скругление спины. Вдох, выдох, соединяем руки. Вдох, грудь вперед, выдох, соединяем пальцы. Далее мы раскрываемся в диагональ. Сначала в одну сторону, соединяем руки, скругляем спину. Затем в другую. И вот так вот поочередно на каждую сторону. Чуть призгибаем колени, выполняем движение таза вперед. В одну сторону, назад, в другую сторону. И соединяем эти движения в одно. 8 кругов в одну сторону. Теперь снова подключаем руки и плечи. Вдох. Руки вверх. На выдохе одна рука на бедре. И опускаемся в сторону. Взгляд можно направить в потолок. Снова раскрываем руки в стороны, словно мы собираемся кого-то обнять. Вдох. На выдохе обнимаем себя и при этом похлопываем силой руки, словно плечи себя, с одной и с другой стороны. Разбрасываем руки широко, поставим руки на нижние ребра, сделаем вдох, потянемся за макушкой и на выдохе скруглим спину и задержим здесь дыхание. Остаемся на одной ноге, вытягиваем другую, выполняем круговые вращения в голеностопе. 8 раз в одну сторону и 8 раз в другую. Поднимаемся, переходим выше. Колено, тазобедренный сустав. Стараемся поднять колено выше. И закрываем вращение. Следующее. Стопа сокращена, а прямая нога рисует круг. Соединим все вместе и выполним упражнение на все тело. В сторону той руки, которая у нас сверху. Опускаемся вниз на вдохе. Все это вдох. Меняем запястье и опускаемся в другую сторону. Это уже выдох. Я благодарю вас, что были сейчас со мной. Выполняйте сукшмавья яму и чувствуйте себя прекрасно. Намасте.